вами канал Ali Game, Let's Play and Rock. Меня зовут Олег, и сегодня мы продолжим знакомиться с новыми и не очень играми. А поговорим коротко вот о чем. Ну да, дорогие мои друзья, тамадапака. Чем же меня все-таки она привлекла, спросите вы? А вот чем. Это многопользовательский, условно-бесплатный шутер третьего лица. А еще главную роль здесь отводят оружию. Да-да, ему самому. Лоудаут очень богата своими настройками на пушке. И как вы уже поняли, у оружия будет куча допов для ведения огня. Тут вам и приклады, и стволы, и прицелы, обойма-пусковые механизмы, системы охлаждения, а также различные типы патронов. Кстати, подробно о патронах. Они могут быть обычными, могут быть огненными или электрическими. А еще тут есть лазеры. Также можно настроить поведение снаряда и после вылета его из ствола. Например, заставить отскакивать его от стен. Так что при желании можно сделать ракетницу со снайперским прицелом, заряды которой при взрыве будут ранить врагов и лечить твоих союзников. Что касательно геймплея, игра довольно высокодинамичная, быстрая и беспощадная, но при этом игра веселая и по-хорошему безумная. Редко когда можно увидеть такое сочетание. В игре весьма немаленькие карты, на них полно проходов, выходов, открытых пространств, из-за чего приходится постоянно вертеться. В игре зачастую даже не важно, победила твоя команда или проиграла, главное, что все от души поржали и получили море удовольствия. По режимам, пирожочки, тут все просто, есть несколько режимов. Значит, сражение между двумя командами, где нужно не только убить врага, но и подобрать выпавшую из его трупа комбо. Блиц, захват контрольных точек. Адреналин привлекает только то, что точки эти находятся очень близко к местам респауна игроков, поэтому контроль над ними постоянно переходит от команды к команде. Джекхаммер. Пародия на режим Capture the Flag. Команды пытаются похитить с базы противника молот и отнести на свою базу. При этом обладатель молота может крошить им врагов направо и налево. Помимо карты оружия и режимов, стоит отметить главную особенность игры. Это забавные карикатурные персонажи. И каждого можно сделать неотразимым и неповторимым. Мазафака. В итоге игра Loadout собрала все лучшее от других шутеров, плюс безумие и агония с долей черного юмора сделали игру достойной для того, чтобы в нее поиграть. А с вами был канал Ali Game Let's Play Rock. Меня зовут Олег, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. И увидимся, ребятки. Пока-пока.